Когда у вашего ребенка садится зрение, вы можете обратиться в глаз-центр и заряжать глаза. Прогрессивная офтальмология использует ночные линзы. Их носят во время сна, утром снимают и днем все четко видят без очков. Ортокератологические линзы или линзы ночного ношения – это коррекция, которая предусматривает под собой модифицированный этап стабилизации близорукости. Если ребенок активный, если он спортсмен, если он занимается танцами, если он в целом хочет отказаться от очковой коррекции, то этот вариант ему подходит. В глаз-центре ночные линзы подберут и детям, и взрослым индивидуально после комплексной аппаратной диагностики. Включая определение остроты зрения, рефрактометрию, самое главное – это кератометрия и измерение кривизны роговицы, то есть ее поверхности. Результат – четкое зрение и свобода от очков в течение всего дня. Срок службы линз – 1 год. Сейчас в микрохирургии глаз-центр на ночные линзы специальная цена. Глаза я еду делать на Толмачева, 9.